Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро Апокалипсиса. Сегодня мы смотрим общий расклад на тему, что важного происходит в его личной жизни. Для того, чтобы этот расклад был максимально под вашу ситуацию, настройтесь на канал партнера, который находится между вами в солнечном сплетении. Дерните мысленно своего партнера за этот канал, а я пока раскрою вам карты. Итак, состояние человека. Смотрите, ему очень тяжело, он хочет двигаться в этих отношениях, он хочет любви, он хочет развития, он хочет встречи, он хочет гармонии, он хочет взаимообмена. Что происходит в его личной жизни? Но смотрите, он из-за того, что тянет резину, да, вы от него пытаетесь уйти. И он понимает, что он вас теряет. Да, то есть человек ни туда, ни сюда не двигается. Ему хотелось бы, конечно, взять на себя ответственность. Он хотел бы вас содержать, помогать, хотел бы проявлять. Да, потому что он имеет все. Он имеет все, но ничего для вас не делал. Да, и вот сейчас вот из-за вот этого всего вы ему озвучили то, что вы от него пытаетесь уйти. Так, что его беспокоит сейчас? Ну, вы не даете ему столько любви, сколько он хотел бы. Беспокоит построение семьи, брака. И беспокоит финансовое благополучие. Очень много работы у человека, да. То есть пытается накопить какие-то деньги он. Что он хотел бы поменять? Так, смотрите, у него очень много фантазий по поводу того, что вы все время ссоритесь, да, конфликтуете и спорите, перетягиванием одеяла занимаетесь, да, то есть вот эти ваши отношения, это все время такой неиссякаемый источник. Он хотел бы что-то в этом изменить. Так, о чем он сожалеет? Он сожалеет о том, что он видит вас, жену, что он вас нашел, заполучил, да, и то, что он, знаете, не слез, я бы так сказала, с пьедестала, что надо было в конце концов ему не просто заполучить, да, а все-таки куда-то двигаться. А он сел на пьедестал и думал, что он такой царь, очень приятный царь. А в результате, получается, вы от него уходите. Сожалеет, что он переписывался с какими-то другими девушками, и вы об этом узнали. Сожалеет, что не получил гармонии, любви, счастья и счастливого брака. То есть он понимает, что он потерял. Так, что он опасается на данный момент, что вы уходите навсегда, что он не сможет остановить. Опасается, что он завел эти отношения в тот тупик, что в результате он остается один. И что вы ему озвучили, да, свои какие-то вот решения. То есть, что вот он со своей любовью сейчас останется в одиночестве. То есть, вел-вел, как Иван Сусанин, завел непонятно куда. Так, что он думает о вас сейчас? Что вы ушли в новые отношения, в новую любовь, что вы к этому стремитесь. А с другой стороны, смотрите, он думает, что вы привязаны к нему, что он такой яркий, неоднозначный, что он занимает пост, что вы вернетесь, да, то есть, что вы сейчас какую-то глупость совершаете, но вы вернетесь, он считает. Так, его планы и действия, в планах понаблюдать за ситуацией, ничего не делать, а в дальнейшем, смотрите, он начнет бороться за любовь, потому что и пытаться манипулировать вами, да, то есть, он будет прям бороться. И здесь вот такой момент. Он считает, что вы связаны по рукам и ногам оба этой любовью. Что вы как привязаны, что вы по судьбе.
Так, что вам советуют карты? Любите себя, любимый, хвалите себя, восхищайтесь собой, да, то есть не занижайте свою самооценку, не кланяйтесь перед ним, да, проявляйте свою силу воли, отойдите в сторону и, скажем так, как закончите эти отношения, то есть покажите ему, что вы в нем не нуждаетесь, чтобы произошла перезагрузка в этих отношениях, иначе вы никуда не будете двигаться. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию. У кого нет возможности заказать приватный, под моим видео есть ссылка на карту Сбербанка и PayPal, куда вы можете скинуть донаты для поддержки канала.